продюсер Яна Рудковская призналась, что переживает за рэпера Алишера Моргенштерна. Знаменитость подчеркнула, что будущее музыканта неоднозначно. Рудковская считает, что Моргенштерн – гениальный шоумен. Однако продюсер уверена, что музыканта в будущем сложно будет оставаться на вершине популярности. Также она оценила его достижения. Может, Рудковская хочет стать продюсером Моргенштерна, поэтому она запереживала за него. Но я думаю, Моргенштерну не нужны продюсеры, он и без них обойдется. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будьте в курсе событий, что происходит в нашей стране.